Всем привет, друзья, с вами лучший Китай ВК. И сегодня у нас очередная посылка с сайта AliExpress. Вот такая вот нестандартная какая-то упаковка вытянутая. Здесь я знаю, что шла посылочка около полтора месяца. И оценили ее $5. Вес не указан. Давайте аккуратненько откроем, потому что здесь находятся перчатки. И чтобы их не порезать, аккуратненько вскроем. О, вот такая штучка непонятная. У меня их уже две. Не знаю, зачем их ложат. И вот такие вот у нас перчатки. Так, все. Больше здесь ничего нету. Выкидываем. Зачем они присылают вот эти вот штучки, я не знаю. А, это, наверное, на руку. Вот такой вот как браслет. У Китай рулит, у Игоря Барыги вот такая штука есть. Так, ладно. Вот такие вот у нас перчаточки. Сколько стоят, не помню. Здесь вот бренд какой-то, все на китайском. Логер Белдер какой-то. И вот такая вот логотип или что это такое, не знаю. Так, ссылки будут в описании, конечно. Кому интересно, перейдите, посмотрите. Здесь нитка. Так. Ну, на картинке, конечно, они не такие. Вот такой вот мех типа. Давайте приближу. Ну вот, видно, да? Тонкий-тонкий вообще. Нет, ну на зиму они, наверное, конечно, не пойдут. Здесь вот такие вот кнопки для дизайна сделаны. Здесь типа размер можно регулировать, но только это все бред. Ничего здесь не регулируется. Это кожа дракона, кожа крокодила. Ну, конечно, кожзам. Понятно, не кожаные, ничего. Здесь вот такая вот строчка, ну вроде аккуратные. Так, ну что, давайте померяем и скажу, стоит или не стоит. Ну, в принципе, как, удобно, удобно, размер подошел. Вот так вот они смотрятся. Ничего такие, ничего, пойдут. Но я думаю, минус 20 дней будет холодно. Это чисто на осень и на весну. Ну, посмотрим. Сейчас, в принципе, можно еще не ходить. Сейчас на улице тепло. Так что, в принципе, нормально пойдет. Поставим китайцу 5 звезд, так уж и быть. Ну, конечно, мех не такой, как на фото. Ну, да ладно. Хоть по картинке они такие. Ставим лайки, подписываемся на канал. Вступаем в группу ВКонтакте. И всем пока, всем удачи.